Всем доброго дня. Компания «Простор» предлагает рассмотреть Кировец К-701. Кировец после капитального ремонта был произведен в официальном центре. Установлен кондиционер. В хорошем рабочем техническом состоянии. Ремонт производился в 2019 году. Замена двигателя. Резина вся в хорошем состоянии, еще походит пока. Полностью все ремонтировалось, сочленение все сделано. Все в хорошем техническом рабочем состоянии. Наработка порядка 3000 моточасов на этом двигателе. Мосты, все после капитального ремонта. Машина в хорошем техническом состоянии, готова прямо сейчас в поле выходить. Резина на пару сезонов хватит. Навеска переделана под импортную технику. Можно цеплять и под советскую прицепную технику. На видео видно, все в хорошем рабочем техническом состоянии. Установлен кондиционер. Полностью исправен, полностью технически готов к работе трактор. Если заинтересовала данная машина, звоните, обращайтесь, проконсультирую.